Ребята, всем добро пожаловать с микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в КС-очку и сегодня продолжаем играть на замечательном зомби-сервачке под названием «Чума в Казахстане». Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Друзья мои, алдовская карта, кто вспомнит, обязательно лайкосик, город Ньюф называется. Давненько, прям пару лет, наверное, видосов на этой карте не было, поэтому сегодня решил, попросил у главного админа, чтобы поставил эту карту. И сегодня поиграем здесь на ней. Онлайн довольно-таки неплохой. Поиграем, в принципе, повыживаем. От вас лишь попрошу, чтобы вы поставили лайкосик, оформили подписочку на канал. И, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов. И смотреть их первыми, в принципе, друзья мои. Ну, а мы начинаем. Поиграем. Давайте посмотрим магазинчик в первую очередь. Потом классы зомби, менюшки привилегий. И уже будем выживать. Так, ночное видение нам, в принципе, не нужно. Дальше граната огненная, заморозка показал. Лазерные мины можно иметь две штуки. Выглядят вот таким вот образом они. Ну, замененные, то есть смотрится очень-очень хорошо. Вот такие вот гранатки еще раз. Дальше у нас идет броня, лимит брони на данном сервачке 300. Нет отдачи. Ствол Infinity, вот такие вот. Сейчас повыживаем, блин, будет очень круто. Автомат CV4760R. Это получается как АК-47 Long. Что-то типа такого вот. Без задачи, с приближением. Второй режимчик, прям имба лютая. Дальше у нас идет, получается, автомат F2000. Вот такой магазинчик. Хочу заметить, что очень большой, 4 страницы. Дальше MP40. Вот такие. И, кстати, пушки здесь стоят в магазинчике очень дешево. По 14, по 20 паков. То есть нормально. Автомат SF SMG. Вот такой вот, получается, ледяной должен быть, насколько я помню. Да, вот такой вот. Паутинки здесь, кстати, нету для баланса. Но 4 прыжка доступны для випов и админов. Ножи также сейчас вам все покажу. Давайте сюда на локацию нашу запрыгиваем. И будем ждать инфекцию. Пока распространится инфекция. Брат, первый зомби. Вот, пока что покажу вам пушки. Дальше у нас идет Dual Chris. Это получается вот такие вот две пушечки. Тоже с приближением довольно-таки неплохо. Дальше у нас идет Water Gun. Вот таким вот образом. Блин, реально, вот ностальгия, пацаны. Прям вот эта карта, вот эти пушки все. Прям вообще жесткая ностальгия. Баррель-дробовик вот таким вот образом выглядит. Далее у нас идет дробаш Винчестер. Вот такой вот дробовичок. Далее Space 12. Тоже такой вот дробовичок интересненький. ПКМ — это пулеметик, то есть все вы его знаете также. Дальше у нас идет Poison Gun. Ух ты, пацаны, вот это вот что-то новенькое, прикольно, да? Вот прям даже спрейфы такие еще интересно. Давайте бросим пареньку, пускай подберет, посмотрим. Вот, вот так вот выглядит. Прикольно, пацаны уже все к нам сюда, давайте им дадим тоже ганов. Вот, видите? Ух ты, прям засейвил меня. Так, зомбак идет. Будем сейчас мочить и тестить пушки на нем. Poison Gun показал вам. Вот этот вот. Далее пулемет М134 Gold. Это золотой миниганчик. Выглядит вот таким вот образом потрясающим. И сможете вот так спокойно фармить паки себе. Дальше у нас идет кроссбаф. Это получается у нас арбалетик. Вот такой вот, пацаны, замечательный. Тоже очень классно дамажит. Паки сможете фармить на изи. Дальше у нас идет ВСКшка 94. Вот, тоже она, кстати, не забаганная, потому что на некоторых серверах забаганная, стреляет очень плохо. Здесь прям идеально, идеально, классно. Так, мне какую-то АВПшку дали прикольную. А, нифига себе, она стреляет, короче, этими взрывами, вот так подвзрывает зомбаков. Так, продолжаем, продолжаем, плиз. Я хочу на этой карте максимально насладиться. Вот, этой карты, потому что она очень-очень имбовая. ВСКшку показал вам, дальше SL8XA идет винтовочка вот такая вот, пацаны. Тоже скорострельная, как ВСКшка, что-то типа такого вот, наподобие. И, в принципе, последняя это Скул 5. Вот, тоже всеми любимая, все вы ее знаете. И джетпак нам, кстати, дропнули. Так, спасибо большое, братишке. Дропнул нам джетпак. Вот, окей. Так, по магазинчику мы прошлись, показали все. Классы зомби, здесь обычный баланс. Шаман, гипноз, снайпер, разгон, спринтер,
Шаман Гипноз, Спринтер Разгон, Дейма Жало, Прыгун 2 прыжка и Energy Ball для випов и админов. Вот берем его. Окей, дальше что мы смотрим? Купить випку, получается, возможности прав випа всего лишь 25 рублей, пацаны. 3 прыжка в воздухе, каждый раунд 300 брони, за убийство 10 ама, за инфекцию 1200 жизней, в списке онлайн при випс, вип-моделька человека, доступен зомби-класс Energy Ball, хаммер, вип-меню, ник под пароль плюс 2000 ама-паков, покупка ksnether.ru. Ну, ссылочки все оставлю, естественно, в описании. Так, дальше что у нас? Купить випку, вип-меню, вот, пацаны. 100 брони можем брать, 200 жизней, золотой калашик. А, кстати, броню можем без лимитов брать. Смотрите, я походу баг нашел, пацаны. Мы можем сколько... Да. Успевайте, пацаны, успевайте. Потому что здесь вот такой вот непофикшенный баг чутка есть. Имба, мы можем прям бесконечное количество брони себе выдать. Пока не пофиксили, успевайте. Так, золотой калашик берем. И можем, в принципе, помочить немножко зомбаков, посмотреть, что как. Здесь, кстати, на этом город Ньюф, нычки здесь есть, кто помнит. Вот здесь вот можем сюда запрыгивать, в принципе. Вот здесь вот такая вот локация, и нас никто не видит. Откуда мы стреляем, чем можем здесь ныкаться. Так, пацаны, вот это вторая локация данной карты. Здесь тоже есть нычки такие, сейчас я вам покажу их. Давайте пока что запрыгнем сюда, чтобы нас зомбаки не доставали. И потусуемся здесь, можем вот сюда, вот на текстурку куда-нибудь залететь. Вот так вот. И пока что потусуемся здесь. Подождем распространения инфекции. М8-1. Закупим себе немножко брони. Ну как немножко, нормально так. Супер снайперка здесь есть. А, это с вип-меню, короче, та снайперка была. Давайте, пока инфекция распространяется, покажу вам вот эту нычку. Смотрите, если мы просто заходим, мы... Помните, пацаны, вот эту карту, блин. Какая же имба, какая же имба, реально. И все, и оказываемся снова здесь. А чтобы туда пройти, нам нужно нажать Ctrl. И все, и мы здесь можем тусоваться, отстреливать зомбаков. И зомбаки сюда уже никак подойти не смогут. Даже если они будут сюда подходить, они будут просто проваливаться вот в эту текстурку. Тоже очень имбово. И здесь еще вот дополнительная нычка есть. Как вам, пацаны? Это кайф. У меня прям воспоминания, ностальгия, все присутствует. Напишите в комментариях, как вам. Потому что на этой карте вот мы играли реально года 2-3 назад. Вот сейчас все зомбаки будут проваливаться, видите? Проваливаются. И смотрите, вот они оказываются вот здесь летят. Сейчас мы килл сделаем. Килл. Не успели килл сделать. Так, ух ты, мясо. Так, все, давайте заходим на контроле. Так, и все проваливаются сразу. Здесь, кстати, вот нычка. Напоминаю, пацаны, кто будет играть здесь на этой карте, вот здесь нычка присутствует. Вот, чтобы вы знали. Дальше в вип-меню лазерная пушка есть. Это вот такая вот. Давайте еще купим мне задачу. Вот, без задачи вообще идеально. Так. Я не помню, где-то еще вроде бы должны здесь быть нычки на самом деле. Ну, мы сейчас посмотрим. Так, и последняя пушка в вип-меню это джетпак. Вот, все, супер. Можем вот так, взлетать и вот так ждать зомбаков здесь. Прикиньте, на джетпаке. Имба, инструкция по джетпаку даже есть, в чате пишется, GP help. Нифига себе, инструкция по джетпаку, первый раз вижу. Так, окей, погнали смотреть еще эту карту, что здесь по нычкам есть. Насколько я помню, здесь еще должны быть локации с нычками разными. Так, только вот в ящик какой-то можно ныкаться. Здесь я вам нычку, в принципе, показал. Она находится вот здесь, еще раз повторяюсь. Вот, здесь сюда вот заходите, и вот она. Так, здесь вроде бы ничего по нычкам нету, насколько я помню. Так, давайте, здесь просто пулеметик лежит вот такой вот. Так, как-то подождите, можно было на крышу залезть. Забуститься на крышу, но это нужна помощь второго игрока, скорее всего, насколько я помню. Так, давайте попробуем залететь. Да, здесь, короче, вы должны... подсадку сделать, или вот мы сделали ее, и вот так по текстурке, по крыше вот так вот лазить можете. Запрыгнуть сюда, и все, и здесь выживает джетпак. Найс, кого-то завалили еще, но неплохо. Так, в следующем раунде на другую локацию пойдем. Будем, короче, каждый раунд на разных локациях выживать. Я думаю, будет интересно. Вот здесь деймосы какие-то, вот классы зомбаки такие. Сейчас джетпака еще вот так вот немножко хп им снесем.
И будет сочно. Так, менюшка админа здесь, получается, сделает зомби-человеком, дьяволом, выжившим. И что, нас заразили или что? Они у нас как-то... Я не понял просто. У нас граната появилась каким-то образом. Мы солдат, 1000 хп. Может, мы выжившие? А, у меня, короче, пушку выбросили. Деймос, да. Все, берем золотой калашик. Золотого калашика сейчас немножко киллов поделаем. Вот так же пака выстреливаем. Помочь им немножко сделать. Ух ты, вот. Вот, походу, вот этим шаром, да, нас застопили, и пушку мы профукали таким образом. Ну, ничего страшного. Так, давайте 40 секунд эти отыграем и полетим на другую нычку. А пока что можете, братва, влепить лайкосик, оформить подписочку на канал, конечно же, и нажать на колокольчик. Также можете писать свои комментарии. Я думаю, вы заметили, что я на все-все-все комментарии ваши отвечаю. Вот. Так, погнали искать нычку. Нычки, нычки, нычки в поисках нычек. Так, я не помню, здесь вот эта фигня, я помню, двигалась как-то. Но здесь, 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 я не помню. Здесь, походу, нычек никаких нету. Вот на втором этаже только проходы. Я помню, вот эта вот фигнюшка какая-то двигалась. Вот такие вот, типа такой что-то. Так, здесь броня дополнительно лежит. И пока что вроде бы все. Так, окей, сейчас будем смотреть. Будем смотреть. Благо, у нас есть джетпак, мы можем вот так на нем летать. Вот, кстати, это имба была нычка. То есть отсюда вы должны были вот так вот запрыгивать сюда и типа вот по этой текстурке вот так вот ходить. Вот так вот классно, круто тоже получалось. Отсюда это имба позиция была, тоже стрелять по зомбакам и выживать. Окей, так, это мы посмотрели, нашли, вспомнили. Так, а где-то, подождите, еще должна быть одна локация, только я что-то ее профукал. У нас 50 хп, давайте через VIP-меню возьмем жизни себе. Так, эта локация мы были. Окей, вот, вот здесь. Вот эта мне локация больше всего из всех нравилась, потому что здесь очень много позиций. Имбовая также позиция была вот здесь, потому что сюда могли только админы забираться. Потому что здесь никаких проходов, ничего нету. Вот на второй этаж вы как-то могли, на третий вот, если вы забирались или сюда на третий этаж, все, вы считаете, просто выигрывали любые раунды. Потому что это было имба. Также вот здесь, секр. Это типа, а, секрет, подождите. Подождите, секрет, окей, и как? Секрет, ну и... Пацаны, напишите, здесь по-любому должна быть нычка, потому что написано секрет, секрет. И как нам? Я просто... Вот, плеер пишет, подпишитесь на канал Рамзеса, согласен. Так, а здесь есть нычка? Блин, я не помню. Так, подождите. Не, пацаны, напишите в комментариях, где еще нычки здесь есть. Я обязательно в следующем видеоролике покажу их все. Вот. Так, ну у нас здесь зомбаки есть, поэтому мы можем пока что вот так вот повыживать. Давайте VIP-меню. Лазерную пушку. М2 без задачи. М2-6. И, в принципе, все. Можем вот так вот прям шмалять по зомбакам, фармить паки, выживать. Какое место, кстати, здесь занимаю? 2 из 7, потому что сервачок сейчас вот обновился, новую обновку выпустили. И я сразу же вот админ отписал, сразу же иду снимать. Или топ обновился, что-то такое он писал мне. Поэтому вы можете сейчас занимать топ-1. Сразу же заходить на сервачок, играть, вот как игроки играют, здесь тусуются. Также джетпака. Блин, а почему килл не засчитался? Почему вот килл не засчитался, я без понятия. Ну, карта, пацаны, ностальгия, однозначно ностальгия. Если вы также считаете, обязательно с вас лайкосик, потому что я считаю это самой-самой такой лютой ностальгией. Вот этот сервачок, вот эту карту, ЗМ город Нью-Йорк. Прям имба, пацаны, имба. Ну чё, пацаны? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что вы? Сразу за мной. Сейчас мы... Ух ты, одного завалили. Давайте. Давай. О, успели. Все, сейчас все будут проваливаться. Так, а интересно, так работает? Во, пацаны шарят. Пацаны запрыгивают сюда и шарят. А все остальные зомбаки проваливаются. Потому что не понимаю, что да как. Вот отстреливаться очень классно. Интересно за зомбака посмотреть, здесь есть. Окей, а давайте мы через менюшку админа сделаем дьяволом. Сделаем дьяволом игрока, игроков, да. Посмотрим модельки дьяволов, как они выглядят. Вот, давайте всех прям посмотрим, будет ли сложно нам выживать или же нет.
Так, так. Я надеюсь, админ не будет меня трогать. Вот. По хардкору, пацаны, выживаем. Вот, давайте покажем пацанам вот эту нычку. Вот эту нычку. Они знали про эту нычку или же нет? Вот здесь. Я не знаю. Я думаю, они знали. Так, окей, давайте я рискну. Дьяволы здесь прыгают. Сразу же берем джетпак, чтобы... Ой, блин, что я здесь сделал? Давайте, чтобы мы аккуратно. Вот. И вот сюда, вот сюда, вот сюда. Чтобы мы в спину мочили дьяволов. Ага, они сразу за мной, пацаны. Сейчас один чирк, и все, и нам ГГ будет. Нам нужно как-то там тусоваться. Окей, я понял. Лучше нам улететь. Только как мне к пацанам сейчас попасть? Угу, не попал. Так, о, брательник мой. Так, на мне сейчас будет, да? Где ты, где ты, где ты? Стопэ, братан! Братан, стопэ, стопэ, стопэ. А, ух ты, ух ты. Стопэ, 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 стопэ. Там, короче, пак. О, смотрите, что я еще нашел. Если мы так возьмем. Вот так вот. И... Ой, имба, имба. Помните этот пулемет? Прям по два пака дает. Он сносит, наверное, кучу-кучу хп. И меня пока никто не трогает. 350 хп остается. А может, мы невидимым становимся, когда берем эту пушку? Не помните, пацаны? Я лично не помню. Я что-то призабыл, наверное. 2 секунды и все. Имба. Вот эта пушка имба тоже прям вообще валит вот так на изи игроков. Вот, поэтому, братишки, если хотите продолжение по данному сервачку, обязательно влепите лайкосик, оформите подписочку на канал, конечно же, нажатие на колокольчик. Ну а с вами был РМЗ Сидела. Всем хорошего, чудеснейшего настроения. Всем удачи, братишки. Всем пока. Пока-пока. Все ссылочки на сервачок в описании.